В Ленинградской области ведется подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону. Комитет по топливно-энергетическому комплексу совместно с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и Комитетом государственного жилищного надзора и контроля пристально следит за ходом подготовительных работ в жилищном фонде, на котельных, тепловых сетях, водозаборных сооружениях, водопроводных и электрических сетях, а также газопроводах и других объектах в каждом из районов Ленинградской области. Текущий уровень готовности объектов жилищного фонда оценивается в 85%, а уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляет 75%. Для обеспечения устойчивой работы источников теплоснабжения сформированы запасы необходимого топлива. Общий размер финансовой поддержки бюджета муниципальных образований из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону, включая ассигнование на реализацию мероприятий по адресной инвестиционной программе, составляет более 7 миллиардов рублей. По состоянию на середину августа текущего года задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 937 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года задолженность снизилась на 0,7%. Положительная динамика наблюдается и в снижении общего уровня задолженности ресурсоснабжающих организаций за природный газ по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. По состоянию на середину августа текущего года общая просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребленный газ составила 128 миллионов рублей, что на 48% ниже уровня просроченной задолженности на аналогичный период 2018 года. Да.